А вовнутрь пасти. А вовнутрь пасти встань. Пошли. Так, зашли в столовую, опять нашу любимую напротив дельфинария «Морская звезда». Взяли вот такой обед. Сразу чек покажу. Вот настолько на 374 рубля. Окрошка, картошка с тефтельками, картошка по-деревенски, пирожок с капустой и окрошечка вот так вот на 374 рубля. В общем, приятного аппетита нам. Так, взяла еще борщ со сметаной и курицу с грибами. 150 рублей вот такой кусочек курицы с грибами. Что-то мы не наелись, решили еще нажор сделать. Вот, на 210 рублей. Ну, я считаю, вообще недорого это все вместе получается. Компот наш, да. Вот в сумме какой получился. Так, 584 рубля. Вообще обалдеть. Очень прилично. Вот такая штучка с грибами. Так, сейчас я ее разрежу, сбоку покажу. Вот какая она внутри. Это курица с грибами. Там помидоры вижу, внутри сыр. Грибов пока не вижу. Друзья, мне вот эта штучка прям очень понравилась. Такое сочное мясо. Внутри грибочек, помидорчик. Это вот эта синенькая, как она называется, оливка. Вот. Очень вкусно, мне очень понравилось. Сдам комнату 8-918-966-84-72. Так, вот продают комнату. Вот он номер телефона. 8-989-75-66-150. Вот такая комната. С лоджией. Столовая «Морская звезда» работает. Вот такой вид. Ой! Так это все выглядит. Пойдем со мной. 140 шеи. О, понял. Кто бы знал. Вот гостиница сдается. Номер телефона 8-918-03-0506. Так, гостевой дом «Орлеан». Тоже телефончик. Прошел много. Это ты что творишь? Вот оно, вино.
Вот он, Сереж, вино ее. Видишь? Вина Кубани. И, наверное, вот эта гостиница их, я так понимаю. Камеру. Я тебя на камеру снимала. Ой. Невозможные волны. Вот считай, весь наш отпуск сделал, что такие волны были. Только вот в начале, как мы приехали, а мы не ходили на море. И вот недавно совсем, 3 дня были. А так все время вот такие волны. Я тут. Я работаю.
нормально. Проводил людей в плавание. Да. Молодец.